Я вам сегодня расскажу немножко, совсем чуть-чуть, о том, в каком обществе мы живем. Мы живем в прекрасном обществе, обществе комфорта. И на самом деле комфорт ценит каждый из нас. Мне комфортно, когда мне удобно. Мне комфортно, когда мне удобно работать. Мне комфортно, когда мне удобно отдыхать. Мне комфортно, когда мне удобно стоять здесь и вам что-то рассказывать, если вам это интересно. Этот комфорт периодически кем-то нарушается, и мне приходится из этой зоны выходить. Выходить из зоны комфорта. Любят очень многие это выражение, и многие это делают, потом возвращаются обратно. Иногда эта необходимость выхода из зоны комфорта обуславливается какими-то внутренними причинами, там, не знаю, внутренний рост, там, необходимость какая-то, или внешними причинами. Неважно, какая причина повлияла, да, на наш выход из зоны комфорта, выйдя из зоны комфорта, все, что мы пытаемся сделать, это организовать себе новую зону комфорта, по большому счету. Все эти истории с изоляцией, пандемией, мы вышли из зоны комфорта, из рабочего офиса к себе домой, мы организовали хоум-офис, нам в нем удобно, нам в нем хорошо. И это нормально, это совершенно нормально. То есть любой кризис заканчивается новой зоной комфорта для общества, для каждого отдельного его представителя, гражданина и так далее. На самом деле, слушайте, Антон, ты вообще о чем? Мы здесь вроде про защиту данных, про DLP, про все эти истории. Так оно и есть. Выйдя из зоны комфорта нашей старой, предыдущей нормали, мы попали в новую нормаль. Это совершенно нормальная история, что сейчас каждый из нас хочет использовать не одно, а два, три, четыре своих устройства. Это совершенно нормально, что мы хотим получать доступ в интернет максимально быстро и комфортно для нас. Чтобы этот трафик не проходил 100-500 фильтров, вернее нет, он, конечно, должен и будет проходить 100-500 фильтров на уровне наших систем безопасности, но это должно быть для нас максимально комфортно, для нашего, скажем так, user experience, да, то есть пользовательского опыта взаимодействия с корпоративными данными, например. Опять же, вот мне, как человеку обычному, работающему на работе, ходящему иногда в офис, сейчас, правда, все реже, все предпочитаю находиться где-то в полях, мне удобно использовать онлайн-сервисы, мне удобно использовать облачные ресурсы для обработки, в том числе корпоративных данных. Есть вообще интересная история. Один человек, выйдя с удаленки в офис, вернувшись в офис, попросил свою службу IT предоставить ему доступ в Tinder. Как вы думаете, зачем? Ответ на самом деле простой. У него просто там за период изоляции образовалась сеть контактов рабочих. Он с людьми там взаимодействует, ведет какую-то корпоративную переписку, обменивается какими-то корпоративными данными. Ему это удобно, это нормально. И бизнес в этом случае, ну, ему надо как-то, наверное, подстроиться, либо уволить этого человека, либо запретить ему использовать. Но если мы запретим использовать этот ресурс этому человеку, то он потеряет огромное количество своих контактов, хотя бы на периоде, пока он будет перетаскивать их из одной облачной службы в другую. Да, может быть, в корпоративную какую-то разрешенную или там локальный какой-то, не знаю, все контакты в Exchange будет переводить, например. То есть эти все тенденции, на самом деле, да, использование облачных вычислений, bring your own device парадигмы, перенацеливание пользовательского интернет-трафика с нашего большого-большого такого интернет-центра очистки трафика внутри большого офиса, ну, на какие-то локальные точки применения политик, да, так называемый интернет-брикаут или SD-WAN технологии, которые сейчас активно используются. Эти тенденции на самом деле не новые. Эти тенденции, эти тренды, которые, собственно, были с нами уже почти десяток лет, за последние два года очень сильно выросли в популярности. Пользователи, оказавшись у себя в хоум-офисе, поняли, что им это все очень удобно, и они хотят продолжать это использовать. На что вы мне можете ответить? Нет, это не так. Это не так, у нас все закрыто, у нас все заблокировано, но, опять же, даже на примере моих собственных родителей, которые никогда ни под каким предлогом не хотели использовать телефон, отличный от кнопочных, но два года назад они взяли и купили себе смартфоны, потому что других просто на рынке нету. И теперь они и чатятся, и обмениваются фотками, смотрят YouTube-каналы. То есть, ну, совершенно что-то для них нетипичное. То есть сейчас это для них нормально. Просто потому, что им нужно поддерживать связь с внуками, с детьми, которые сейчас находятся на удаленке, не всегда могут приехать там, по первому зову. Это довольно сложно, особенно когда возникают какие-то ограничительные меры. Тот же самый Teams нам очень помог в период изоляции. Мои родители видели моих детей, они были очень счастливы, что хотя бы так они их могут увидеть.
И благодаря этим технологиям, этим возможностям, которые входят в жизнь каждого из нас, мы начинаем их использовать, мы начинаем делиться нашей информацией, нашими данными, сначала личными, а потом и корпоративными, потому что многие понимают, что ну, это же удобно. Почему я, общаясь с коллегой в Тиндер, не могу скинуть ему какой-нибудь файлик, чтобы он почитал на досуге, это там какой-нибудь корпоративный документ. Почему нет? То есть так файлик взял и ушел за пределы нашего подконтрольного периметра, очень далеко. Что мы там с ним будем делать и сможем ли мы с ним там что-то сделать, непонятно. Благодаря тем усилиям, которые компания McAfee тратит как вендор информационной безопасности, как глобальный вендор, один из старейших, один из лидеров производителей в сфере информационной безопасности, мы можем увидеть данную статистику благодаря этим усилиям. Огромное количество данных хранится в облачных хранилищах 365 офиса. Я помню еще лет 7 назад, когда говорили, Microsoft начал, вот у нас 365 офис, да кому он нужен? Мы купим себе обычную лицензию на Word, на Excel, на PowerPoint и будем счастливы. А сейчас практически у всех 365 офис. И всем нравится OneDrive, очень удобно, сохранил, дома открыл, поработал, сохранил, на работе вернулся, открыл, продолжил свою работу, поделился с коллегой, он там с тобой что-то тоже подредактировал. Очень удобно, это реально удобно, это нормально. То есть это некая новая граница комфорта, которая у нас появилась благодаря ну, тому кризису, который случился. Да, там есть, конечно, свои нюансы, масочки там еще, но даже с теми самыми масочками. Да? Сколько у нас вариантов масок сейчас появилось на рынке? И такие, и с клапанами, и без, и шелковые, и всякие разные. Очень удобно. То есть человечество пытается сделать себе новую зону комфорта абсолютно везде, где ему некомфортно. Это нормально. И то же самое относится и к облачным вычислениям, и к данным, которые там хранятся и обрабатываются, которые там рождаются. То есть даже те данные, которые никогда не были у нас на периметре, но они являются корпоративными, хранятся в облаке, мы их должны как-то контролировать, что с этим необходимо что-то делать. И здесь, естественно, возникают определенные сложности. Это нормально. То есть мы понимаем, что кипиш уже начался. И наша задача, как сотрудников, специалистов информационной безопасности, этот кипиш возглавить. Но как? Как нам его возглавить, не перегружая наши и без того нагруженные системы безопасности? Как нам предоставить доступом, все-таки доступ к этому Тиндеру несчастному? Пусть он у него будет, пусть он там общается своими, своими коллегами, своей бизнес-сетью, пускай. Но как это сделать максимально безопасно, чтобы наши данные хранились там в безопасном режиме, чтобы нам контролировать хотя бы их присутствие там, чтобы мы знали, что они там есть, и какие, и в каком объеме, и кто их отправил, и как их оттуда забрать, может быть, или, может быть, с ними что-то еще сделать. И еще один момент, когда мы начинаем задаваться этим вопросом, мы понимаем, что нам нужно какое-то средство защиты, новое, наверняка. Но как понять, если мы примем это новое средство защиты, как нам понять, что те политики, которые мы там настроили, которые мы там применили, они вообще соответствуют вчера изменившимся политикам внутри компании? Как понять, что тот специалист, может быть, мы наняли нового или обучили старого этим новым технологиям, что он применил те изменения, которые у нас были применены вчера, там, не знаю, на НГФВ, на DLP на Хостово или еще где-нибудь, неважно. То есть это все вызовы, на которые каким-то образом необходимо отвечать. И здесь возникает, на самом деле, довольно интересная история. Наверняка многие из вас слышали про новую или новый фреймворк, технологию, разные вендора называют это по-разному, пограничные сервисы безопасного доступа. В принципе, пограничные сервисы безопасного доступа – это ответ, скажем так, для тех компаний, зрелость которых не позволяет развернуть вот все то, что вы сейчас видите на своем экране. Вот эти ответы, то, что видите сейчас, да, мы хотим контролировать, вне зависимости от того, на какой точке обрабатываются персданные эти данные, персданные или конфиденциальную информацию, мы разворачиваем DLP endpoint агент. Да, мы разворачиваем агент, который контролирует эти данные в рамках коммуникации конечной точки и сетевых коммуникаций, которые генерируются в рамках этой конечной точки. Здесь есть проблема. Да, я уже, в принципе, частично ее коснулся. Те данные, которые рождаются в облаке, они на этом уровне безопасности не видны. То есть что-то родилось там, с домашнего устройства, агента, на котором нет, проблема. Окей, мы разворачиваем решение по веб-защите. Это либо мегапопулярные сейчас НГФВ, либо веб-прокси, не принципиально. Возникает та же самая брешь, которая и была. То есть все равно то, что находится за пределами нашего веб-прокси, когда-то там было кем-то создано, когда-то было кем-то загружено или там получено из соседнего облака, мы этих данных не видим. Опять же, эти решения
Ну, отчасти при помощи VPN клиентов позволяют контролировать данные на конечных рабочих станциях. Отчасти. Почему? Потому что пользователь выключил VPN клиент, и что он там делает, непонятно. Куда он пошел, какой трафик начал генерировать. А если он его включил, то этот трафик зарулили мы обратно в наш центр обработки данных. У нас был один шкаф с НГФВ. Ну ладно, мы купили второй, третий, четвертый. Еще десяток ЦОДов построили нормально. Все хорошо, у нас денег много. Можно расширять нашу инфраструктуру абсолютно до бесконечности. И это хорошо, если вы крупная компания, и у вас действительно есть эти ресурсы. А если их нет? Вопрос довольно большой. В начале изоляции, вот эта история, которая у нас была, в прошлом году, так как я работаю в компании-дистрибуторе, я видел огромное количество запросов на триалки НГФВшек, проксей. Дайте, у нас есть огромное количество пользователей, их трафик нужно чистить, нужно обрабатывать, не хватает лицензий, мощностей. Что с этим делать? Большая проблема. Вендора, конечно, молодцы. Все, вот, пожалуйста, вам триалочки, работайте, через 3 месяца заплатите по полной. Кто-то заплатил, кто-то нет и остался без защиты. Проблема. Это реально проблема. Еще более крупные компании, еще более крупные заказчики начинают, скажем так, воспринимать новый класс решений Cloud Access Security Broker. Это брокеры безопасного облачного доступа. Это классный продукт, реально рынок уже очень хорошо разогретый, реально полезные вещи, но это новая архитектура безопасности, это новый подход к безопасности, это как минимум новая консоль и как минимум еще один, а то и два, а то может быть и целый отдел специалистов, которые будут заниматься этой безопасностью. И этот уровень безопасности в крупных компаниях, обладающих зрелым процессом информационной безопасности, организации информационной безопасности, все равно накладывает дополнительные накладные расходы на администрирование, на реагирование, на интеграцию этого решения с существующими решениями, не знаю, регламентную или там, техническую, если есть такие возможности. И вот чтобы устранить все эти сложности, все эти бреши, чтобы не перегружать свою инфраструктуру безопасности огромным количеством чаще всего изолированных друг от друга эшелонов безопасности, возникают такие истории, технологии, фреймворки, которые на сегодняшний момент, это очень хайповая тема, сейчас это реально очень многим нравится, мне посчастливилось участвовать в нескольких дискуссиях по этой теме. Secure Access Service Edge, сервисы безопасного пограничного доступа или просто SASE. Замечательная штука, есть много взглядов на этот фреймворк или технологию, все они имеют место быть, все они действительно корректны и могут быть применены в жизнь любым из заказчиков и производителей. На мой личный взгляд, вся эта история хранится, вот видно, вот здесь. Это точка сборки. SASE – это точка сборки технологий, позволяющих реализовать задачи двух основных департаментов – информационных технологий и информационной безопасности. Две основных задачи – сделать информацию доступной и максимально защищенной. И на сегодняшний момент компания McAfee предлагает решение, обладающее 3 основными аспектами безопасности данных. Это CASB, Cloud Access Security Broker, это Data Loss Prevention, DLP, наш любимый, и Security Web Gateway. Основная задача этого решения – сделать, в принципе, то же самое, но только в рамках одной коробки. Предоставить вам единую консоль, единый общий контекст для создания политик, вне зависимости от их применения, на уровне конечной точки, на уровне сети, на уровне веб-доступа, на уровне облака, не принципиально. Единая политика для всего – и единый контекст информации для реагирования на инциденты. То есть не происходит этого консоль-краулинг, да, когда тут одна консоль, здесь вторая, здесь четвертая, здесь седьмая, здесь десятая, уже запутались, где мы находимся, в какой РДП, в РДП мы провалились, чтобы посмотреть очередную консоль. Здесь этого нет. Это решение коробочное, включающее в себя все основные технологии компании McAfee по защите данных. Это хостовое сетевое DLP, разворачивающееся в рамках вашего периметра, периметра локального, периметра облачного, да, принимая во внимание там, наличие частных облачных инфраструктур или публичных облачных инфраструктур. Это облачная часть, включающая в себя облачный сервис McAfee Web Gateway Cloud, Cloud Proxy. Это решение класса CASB, Envision Cloud. Это крупнейшая на рынке в мире глобально TI-платформа GTI, Global Threat Intelligence.
И возможность применения этих политик, всех, которые мы создаем при помощи нашей единой консоли, на различных типах устройств. Это крупные бранчи, насчитывающие в десятки тысяч пользователей. Это отдельные хоум-офисы или там маленькие офисы через какой-нибудь простой межсетевой экран через IPsec-туннель. Это агент, ну классика, понятное дело, конечно, куда же без агента. И это самая сложная и спорная ситуация для всех производителей решений класса SASE. Это безагентский режим, когда мы работаем с неуправляемыми устройствами. Чаще всего, когда вы спросите вендора, который говорит что-то про SASE, а есть ли у вас что-то, что может защищать нас без установки дополнительного агента, вам начнут мяться, говорить, ну, наверное, нет, а может быть есть, ну вы поставьте наш классный агент, ну что, вам жалко, что ли? Да, пометуя тот винегрет в системном трее в современных компаниях из агентов, еще один агент там, это головная боль. Это головная боль как для IT, для IB, для пользователя, это для всех головная боль. И для вендора, в общем-то, в том числе. Поэтому неважно, что ваш пользователь делает, как он эти данные обрабатывает, он пытается их пошарить через облако в виде ссылочки, он пытается через облачный exchange отправить или через on-premises exchange, он пытается скопировать их на флешку, распечатать на принтер, сделать скриншот, неважно. Все эти вектора полностью закрываются решением класса SASE McAfee Unified Cloud Edge. Но и это тоже еще не все, как ни странно. Помимо защиты данных, я же говорил, что есть продукт класса Security Web Gateway, и было бы странно не затронуть такую классную технологию, как RBI. Если возникает ситуация, когда нам необходимо проверить, прогнать через изолированную инфраструктуру веб-трафик не только того трафика, который мы не знаем, не поймем, что это такое, но и вообще весь трафик или весь подозрительный трафик, то в рамках решения Envision Unified Cloud Edge эта технология работает по умолчанию. Если вы хотите вообще все загнать, вообще абсолютно весь трафик полностью изолировать от пользователя и пользователю на рабочую станцию выдать исключительно картинку, это делается одной кнопочкой. И здесь начинается магия облака. Именно благодаря облачной инфраструктуре этого приложения все эти истории с апскейлом, даунскейлом, они происходят автоматом. Мы нажали кнопочку, нажали «Применить», весь трафик изолирован. Все, нам не надо думать, что нам нужно где-то найти новые ноды для гипервизора, там, закупиться серверами, там, как-то их ввести в строй, купить их для начала, конкурс запустить. Там, большая проблема. Соответственно, благодаря инфраструктуре, облачной инфраструктуре Envision Unified Cloud Edge, это все делается в рамках одной кнопочки. Но опять же, все эти слова, которые я вам произношу, это, конечно, красиво, замечательно, Антон там что-то говорит, руками машет. Все это было бы пустое, если бы это решение, эти технологии, производимые компанией McAfee, не были бы признаны индустрией. Крупные рейтинговые агентства признают решение компании McAfee лидером. Это и Gartner, и Radicati, и Forrester, и IDC. Огромное количество этих рейтинговых агентств, которые говорят, что да, это хорошее решение, да, мы его протестировали, вот наши отчеты, ознакомьтесь. Но опять же, и это было бы не до конца честным и полным, если бы эти решения не использовали конкретные заказчики, многие из которых транснациональные корпорации, в том числе работающие у нас здесь, в России, странно, да, что будем тут у нас делать, и развивающие свои технологии с таким темпом, который нам еще пока, к сожалению, и не снился. Но именно покрывая этот темп развития технологий, решение компании McAfee, Envision Unified Cloud Edge, отвечает на все современные вызовы этих компаний в части информационной безопасности, в части безопасности данных. Поэтому если у вас возникают вопросы, а как бы нам сделать Tinder для наших пользователей максимально безопасным, чтобы они, отправляя туда данные, были за них спокойны, а самое главное, чтобы мы были за них спокойны, обращайтесь к компании McAfee, я вам расскажу, как эта технология работает. Вот версионный контроль новых выпускаемых версий операционных систем, вот как именно компания McAfee решает этот вопрос? Вопрос больше, наверное, к McAfee DLP. Вопрос хороший. Компания McAfee имеет официальные коммиты, то есть заявление о том, что с производителями операционных систем Microsoft и Apple у них есть такой подход технологический, так называемый same-day support. Когда производитель операционной системы выпускает новую версию своей операционной системы на рынок, в продуктив, да, то есть делает ее основным поддерживаемым релизом, в этот же день McAfee официально выпускает такой же продуктивный релиз своего продукта. Неважно, это антивирус, DLP, это уже не принципиально, это скопом все решения McAfee, какие базируются на операционных системах. Понятное дело, что этому предшествует процесс тестирования и у компании Microsoft, и у компании Apple, и у компании McAfee, но в день релиза вы точно знаете, что у вас есть продуктивный релиз
решение информационной безопасности от McAfee, я имею в виду в день релиза операционной системы. То есть все тесты завершаются у всех вендоров одновременно, и McAfee это официально подтверждает.